Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Trail 2001 года выпуска, двигатель 2 литра, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 198 тысяч километров. Заводится очень плохо. Гоняет, потом, видать, выкидывает его в аварию, и он на аварии заводится без датчика коленвала. Как определили, сейчас подцепим компьютер, и ошибка как раз указывает на неисправность датчика коленвала. Заказали датчик коленвала, и сейчас мы его заменим. Со стороны водителя внизу, вот под этим лючком, находится разъем ОБД. Цепляем компьютер. Так, выбираем Nissan X-Trail Т-30 кузов. Так, 2001 год. Бензин. QR20. Двухлитровый двигатель и синхронизацию. Так, зажигание включено. P0335. Датчик, цепь, положение коленвала, блок 2. Текущее значение. Что за текущее значение? Непонятно. Так, ну ладно, дальше мы искать ничего не будем. Ошибку я удаляю. Автомобиль не завожу. И поднимаю, меняю датчик. Поднял автомобиль. Здесь вот подсветил, как смог. Попробую показать, если вот видно, над кронштейном от подушки, вон часть болтика М6. Это как раз болт, который крепит у нас датчик. И вот отсюда из оглушителя, вот так вот, вот разъем на этот датчик идет. Сейчас подбираюсь к нему и откручиваю. Неудобно и горячо. Болт открутил. Поддеваем и вытаскиваем датчик. Отверткой за ухо поддел. И вот выдернул его. Теперь нажимаем разъем с обратной стороны и снимаем его. Вот. Старый датчик пластиковый. Новый датчик 23731 6N202. Он идет
Вот такой вот металлический. Размер такой же. Разъем. Разъем зеркальный. Разъем в другую сторону. Вот так вот разъем у него. Ну, одеваю разъем. И завожу на место. Наживляю болт, вставляю. Очень неудобно здесь. Ну, магнит в помощь. Магнитом завожу болт. Через карданчик закручиваю болтик. Все подтянул. Сейчас попробуем завести. Попробуй завести. Ну все, заводится, да, быстро. Резонирует кожух глушителя. Опускаю, проверяем по компьютеру. Так, еще раз проверяю. После того, как два раза мы его завели, автомобиль, связь установлена. Кодов ошибок нет. Поэтому вся проблема была в датчике положения коленвала. Еще раз покажу датчик. Это номер датчика, который я установил новый. 23731-6N202. Он вот такой вот. А новый под этим номером, он металлический круглый. Встал нормально и работает нормально. Автомобиль стал заводиться сразу же. До этого у меня есть видео, где заводил его, меняли генератор, ремонтировали генератор, и автомобиль, там видно на видео, как он заводится. Гоняешь, гоняешь, гоняешь. Ну и после того, как он встает в ошибку, то есть компьютер загоняет его в аварийный режим, он запускается и работает. А сейчас он у нас запускается нормально, без ошибки. Так что на этом все. Замену датчика положения коленвала я закончил. Всего вам доброго!